Продолжаю вязать носки. Начала вязать пятую пару. 4 у меня уже связаны с этих ниточек. Ну, теперь у меня пятая. Наверное, на пятую тоже хватит ниточек. Продолжаю вязать носки. Конкретно девочки-рукодельницы не вяжу, а распускаю. Вот я связала вот такой носок. Хотела опять сделать его типа гольфа. Начала здесь делать сбавки. И мне здесь не понравилось. Потому что здесь идет очень плотно. Вяжется со снятой петлей. Поэтому низ получился тесноватый. Сейчас я распускаю. Я уже здесь маленько распустила. Вот смотрите, сколько я уже распустила. Это вот такие ниточки. Это ниточки акрил. Наши российские. По-моему, они с Кавказа. Не помню, где я их покупала. Наверное, на юге где-то покупала. Кстати, у нас в городе тоже такие продаются. Да их везде продают, эти ниточки. Они очень крепкие и хорошо подходят для носков. Нитка крепкая, очень крепкая, приятная, такая мягонькая на ощупь. В общем, продолжаю распускать. Сейчас распущу до голубого ряда. Уберу вот этот вот болотный цвет, желтенький цвет. Одену это самое петельки на спицы и буду продолжать. Я уже достаточно много связала. Вот видите, у меня второй клубок с белой ниточкой. Я даже уже пятку связала. И все распустила. И еще продолжаю распускать. Не знаю, как у меня так получилось. То ли я ошиблась, два раза убавила, то ли что. Вязала, даже не померила, не прикинула ничего. Ну, теперь буду знать, что надо лучше лишний раз, как говорится, померить, посмотреть, чем вязать. Продолжаю распускать, потом одеваю петельки и буду вязать дальше. Распускаю под сериальчик. Сижу за компьютером, смотрю сериал. Хочется кино посмотреть и хочется и повязать. 21-й год я начала с вязания. Как я и планировала, хотела я связать вот из этих ниточек 5 пар носков. 5 пар у меня и получилось. Первые 2 пары носков меня уже забрали. Это вот мои последние носки, которые получились с этой пряжи. Это ангора рам. В пяточку я добавляла еще одну черную ниточку. А теперь сейчас я начала вязать гольфы. Вернее, продолжаю. Эти гольфы я еще вязала в поезде. Потом распускала. Это ниточки акрил какие-то кавказские. Ну, в общем, тоже сейчас пытаюсь довязать. Сейчас пока у меня один только гольф. И то не совсем готовый. Так что этот весь год я вышивки почти не занимаюсь, занимаюсь только вязанием. Еще в планах у меня есть какая-то там задумка, чтобы это все сделать. Так что пока ничего больше не планирую, пока вяжу носки. Закончила вязать один носок. И чтобы ниточки лежали ровно, я их перекручиваю, когда перехожу на другой цвет. Теперь я вот думаю, хватит или не хватит мне вот этих моточков на второй носок. Вот эту белую ниточку ирис я добавляю в пяточку. Пяточку я связала платочной вязкой. Ну и вот здесь специально носок закрутила, чтобы видеть, как я их перекручиваю. Ну, чтобы поменять цвет. И чтобы было ровно. Так, сейчас я нитку обрезаю и начинаю вязать второй носок. Нитки вообще красиво смотрятся. Хороший цвет такой, яркий. Довязываю носок.
уже пяточку. Буду скоро делать. И ниток голубых у меня остается совсем мало. Ну, в общем, на такие гольфы 37-38 размером три моточка надо вот такой вот кавказской пряжи. Это, наверное, акрил. Иногда пишут акрил, иногда пишут акрил плюс шерсть. Ну, в общем, синтетическая крепкая ниточка, она мне хорошо подходит для носков. Из нее, из этой ниточки я уже не первый раз вяжу. Так, голубой вот остается у меня совсем махонький. Маленький-маленький моточек. Ну, хорошо, что есть у меня голубой еще большой. Этот моток целый голубой, я из него еще не вязала. А желтый и вот цвета такого хаки, из этих моточков я маленько вязала. Ну, в общем, три мотка уходит на такие большие гольфы. Тем более я вяжу здесь со снятой петлей, поэтому ниток уходит маленько побольше, чем если вязать просто обычным рисунком. Может быть, там резиночку или каким-то узором несложным. Буду добавлять голубую ниточку и буду продолжать. Сейчас я занялась вязанием. Вышивка у меня пока отложена. Еще хочу пересмотреть свои ниточки все. И кое-что хочу повязать крючком. Но крючком у меня не очень хорошо получается. Я не такой специалист, как в вязании спицами, поэтому с крючком у меня получаются петельки не совсем ровные. Закончила вязать я гольфики вот такие вот пестрые. Осталось у меня ниточек совсем мало. Вот здесь вот в коробочке. Чуть-чуть желтого и вот этого цвета хаки. Из голубого моточка я брала чуть-чуть. Только для того, чтобы вот на самом носке закрыть петельки, провязала голубым. Так что три мотка, это хорошо получается. Такие полноценные гольфы на 37-38 размер. Дальше я вяжу крючком. Эту салфетку мучаю уже давно. Начала я вязать ее еще в том году, в декабре. Сейчас уже январь заканчивается. Распускала несколько раз, что-то у меня и как не получается крючком. Вяжу из ниток ирис, вот такие беленькие ирис нитки. Ну так она получается жестковатая, но после стирки, я думаю, она будет лучше выглядеть. Потому что я несколько раз распускала, в разных местах тут напутала. Короче, эта салфетка у меня вся замученная. Не знаю в итоге, что получится. Это у меня будет вязоблок за январь месяц. Весь январь я занимаюсь только вязанием. Совершенно ничего не вышивала. Ну ничего, вязать тоже нужно. Ниточки надо использовать, чтобы они не лежали без дела. Далее, также в январе я начала вязать вот такую себе косынку. Это ниточки очень нежные, мягкие. Хлопок стопроцентный. Сделала я сначала образец. Ниточка мне это понравилась. И я продолжала дальше и дальше вязать. Не хотела даже останавливаться. Крючок у меня здесь 2,5. Но буду дальше продолжать вязание. Так что мне это все хорошо. Приятно к телу получается. Мягонькая ниточка хлопковая. Ну, клубочек у меня еще тут остался. Такие нитки у меня еще есть. Так что, если что, добавлю. Это все у меня итоги января получаются. Сейчас теперь самое главное, мне надо подвести это все. Носки, которые я в начале месяца вязала, я их уже раздала.
Так что занимаюсь только вязанием. Желаю всем приятного просмотра. Заходите, смотрите другие мои видео. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.